На прилавках севастопольских рынков персики на любой вкус и кошелек, однако местного урожая здесь нет. Весь фрукт или импортный, или привезен из соседних регионов. Пройдя несколько этапов перекупки, местные персики все-таки появляются на прилавках, однако цена кусается. Руководители севастопольских хозяйств объясняют, раньше пытались самостоятельно реализовывать урожай, однако невыгодно. Сейчас место какое-то выбить в Севастополе, найти, его могут дать, только там, где нету ни прохода, ничего. Понимаете, то есть постоять, просто довести, потратиться, потом постоять и уехать с товаром. Все такие, ну, сладкие места все заняты. Получению даже самого неприметного торгового места предшествует целая бюрократическая процедура. Куда проще продавать урожай на месте по оптовой цене, признаются фермеры. На заседании все в сельхознадзоре производителям предложили принимать участие в ярмарках, которые организуют специально для реализации местного урожая. Конкретно под урожай, скажем так, весь август, сентябрь, мы широко объявим вот через департамент сельского хозяйства места эти, каким образом все это сделаем в городе, чтобы вы могли прямо, грубо говоря, с колес, да, не отдавать перекупщикам, которые действительно везли бы потом на привоз, а потом из привоза везли бы сюда, и вот такими кругами, и он бы потом по 150 был этот персик, да, а чтобы могли стать и для жителей Севастополя это дело все реализовать. Этим самым мы и общие цены на рынках понизим. Предоставить товар на ярмарке сельхозпроизводители готовы, но через единого оптового закупщика. Чтобы самостоятельно везти урожай до города, не хватает ресурсов, как человеческих, так и транспортных. В противном случае цена на севастопольский персик отличаться от стоимости привозного не будет. В целом производители от идеи участия в ярмарках отказываться не стали. Руководитель управления потребительского рынка пообещал найти решение озвученным трудностям. Юлия Ефремова, Сергей Котляренко, Ольга Прудникова, Павел Булгаков. Информационный канал Севастополя.